Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам компактный Mercedes А-класса. Это Mercedes А180 2010 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 580 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону «Автотрейд» за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь комплект ключей. Давайте начнем. В этом автомобиле установлено 4 подушки безопасности, двухцветный тканевый салон. Кстати, здесь установлен неплохой уплотнитель. С каким звуком закрываются двери? Такой глухой хлопок. Трехспицевый мультируль, автоматическая коробка передач, и этот автомобиль имеет пробег 101 825 километров. Замечательно. Довольно легкий руль. Гудок. Он, видимо, не работает. Рулевая колонка регулируется только по высоте и имеет механические регулировки, небольшие углы хода. Сейчас давайте включим фары. Здесь, кстати, парковочные огни, правый и левый. В зависимости от того, справа или слева вы стоите, включаете их. Это традиционная фишка Mercedes-Benz. Здесь установлен, соответственно, датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, как обычно, аварийную сигнализацию. И теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Металлические ручки, электростеклоподъемники. Они полностью автоматические. Задние опускаются почти до конца. Центральный замок, активация. Электрорегулируемые зеркала, левое и правое. Они небольшие, с подогревом. Теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Блокировка задних стекол. Рычаг, чтобы открыть капот, находится вот здесь. Огромные фонари. Задние датчики парковки. Диски из легкого сплава 16 дюймов, размер шин 195 на 55, шины Мишлен.
светодиодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Здесь установлены галогеновые фары. К сожалению, нет линзованной оптики. Передние датчики парковки. Проушина для буксировки. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 8-клапанный, система питания двигателя распределенная впрыск топлива, в соответствии экологическим требованиям Евро-5. Расположение двигателя переднее, поперечное. Самый доступный двигатель объем 1.6, мощность 95 лошадиных сил и самый мощный 2 литра 193 лошадиные силы. Здесь установлен двигатель объем 1.7, мощность 116 лошадиных сил, крутящий момент 156 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 190 км в час, динамик разгона от 0 до 100 км в час за 11.5, расход топлива в городском цикле – это 8.6 на 100 км пути и в загородном цикле – 5.5. Объем топливного бака составляет 54 литра. Привод передний. Тип передней подвески – независимая, пружинная, Макферсон. Тип задней подвески – полунезависимая, пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые и вентилируемые, задние тормоза дисковые. Клиренс – 110 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1240 кг, полная масса – 1770 кг. Объем багажного отделения составляет 435 литров. Если сложить пинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1370 литров. Длина данного автомобиля составляет 3883 мм, ширина 1764 мм, высота 1593 мм и колесная база 2568 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Германии. Основные конкуренты этого автомобиля – это Audi A3 и BMW первой серии. Кстати, над Мерседесом А-класса в кузове W168 специалисты АМГ провели некий эксперимент практически с самым маленьким Мерседесом. Версия A38 AMG. Суммарная мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 360 ньютон-метров. От 0 до 100 такой автомобиль разгонялся за 5,7 и имел максимальную скорость 230 км в час. Элементы подвески и тормозные механизмы были, соответственно, позаимствованы у старшего брата Mercedes-Benz E55 AMG. То есть это был практически полноценный маленький AMG. Кстати, дизайн Mercedes-Benz A-класса в кузове W168 разрабатывал Стив Маттин. И, соответственно, второе поколение Mercedes-Benz A-класса в кузове W169, представленный автомобиль, выпускалось с 2004 года по 2012 год.
сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Тканевые вставки в панелях дверей. Динамики аудиосистемы, вещевой отсек. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Mercedes-Benz. Вещевой отсек. Механические регулировки водительского сидения. Стандартная регулировка по высоте. Спинка. Продольные регулировки. Сидений достаточно удобный профиль, а также подушка длинная. Регулируемые подголовники, ремень безопасности. Вещевой отсек. Педальный узел. Традиционно для Mercedes-Benz рычаг открывания капота окрашен в красный цвет. Регулирование угла наклона фар при полной или частичной загрузке автомобиля. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. Эталонная выверенная эргономика Mercedes-Benz. Довольно неплохо звучит. Очень плавно набирает обороты. Естественно, с управления круиз-контролем. Активация. Задаю, соответственно, скорость. Как видите, предел скорости до 160. То есть это круиз-контроль. Все очень просто. Традиционно для Mercedes-Benz управление светом и поворотниками. Вот здесь. В том числе задним дворником. И вот у нас вот с этой стороны, с правой, пусто. Управление мультимедийной системой. Прибавить и убавить звук. Здесь установлено 6 динамиков, 2 высокочастотных. Управление для телефона. Это клавиши принятия и отмены вызова. Управление бортовым компьютером. И еще дополнительные подфункции. Сегодня, кстати, очень жарко. За бортом у нас показывает 31 градус. Управление бортовым компьютером. Как видите, здесь расход топлива. Средний, текущий. Информация по аудиосистеме. Запас хода. После сброса, пробег, время в пути, средняя скорость после старта, ТО. В таком режиме все отображается. Все достаточно легко использовать. По качеству отделочных материалов здесь, в принципе, все на неплохом уровне. Применяется твердый и мягкий пластик, сочетание
А подгонка деталей, стыки, швы здесь все просто идеально. Традиционное качество Mercedes-Benz. Даже для такого крохотного автомобиля здесь у нас вот датчики парковки. Кондиционер отлично работает. Мультимедийная система с RTS, AM/FM для загрузки диска. Включение, отключение, прибавить и убавить звук. Активация CD, соответственно 6 станций, отключение звука, настройки для непосредственно низких и высоких частот, регулировка для баланса, все очень легко использовать. По тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки, они очень приятные на ощупь, сделаны с уверенным усилием, и небольшие такие вставки под хром. Кантовка идет. Соответственно, здесь у нас регулировка потока воздуха, здесь установлен кондиционер, регулировка для температуры, рециркуляция, активация, задний обогрев стекла, различные зоны, включая передний обдув стекла, активация кондиционера, отключение датчиков парковки. Допустим, если вы что-то буксируете, чтобы они, соответственно, не пищали. Подогрев сидений, он имеет 3 ступеньки для водителя и для пассажира. Высокое, среднее, низкое отключение. Здесь то же самое. Здесь у нас вещевой отсек, пепельница и прикуриватель. Менять масло каждые 60-70 тысяч километров, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Задняя передача, опять-таки активация датчиков парковки. Это индикатор небольшой вот здесь. При включении задней передачи есть ручной режим переключения, плюс передача выше и минус передача ниже. Здесь еще, кстати, есть режимы: комфортный режим и стандартный. Режим комфортный и S стандартный. Многие думают, что S это спорт, но на самом деле это всего лишь стандартный режим. Трехлучевая звезда Mercedes-Benz. Здесь у нас большой подстаканник, хромированная окантовка, ручник, довольно легкий. Еще отсек, здесь у нас подлокотник, все регулируется замечательно. Откидной такой. Еще отсек очень интересный. Оригинальный салонное зеркало заднего вида здесь без автозатемнения. Подсветка, штурманский свет вот здесь находится. Микрофон для hands-free, солнцезащитные козырьки, они макияжные зеркала встроены, они без подсветки, макияжные зеркала, и держатель для карт. Поручни утоплены в крышу, предупреждение. У этого автомобиля отличная обзорность, по-своему высокая посадка, геометрия посадки очень удобная, хорошая продуманная эргономика, в принципе, очень радует. Качество отделочных материалов, качество сборки. Это самый маленький Mercedes-Benz. Очень даже неплохо, я думаю. И, конечно же, первый камень преткновения – это обслуживание этого автомобиля и запчасти. Несмотря на то, что это самый маленький Mercedes-Benz, обслуживание не из дешевых, это определенно. Но он и не так часто ломается, в принципе, это все этим компенсируется. В любом случае, автомобиль отличный. Кто рассматривает сейчас именно вот А-класс, да, очень даже неплохо. На вторичке он также не теряет практически. Хорошая ликвидность у этого автомобиля. Много поклонников, хотя он на любителя этот автомобиль. Конечно, это не С-класс. Определенно не С-класс. Это что-то такое универсальное. Кто хочет автомобиль побольше, может посмотреть Б-класс. Это тоже такой универсальный, компактный, можно сказать, минивэн, да? Небольшой. Ну вот, в принципе, все в линейке Mercedes-Benz. Не такой уж большой выбор по компактным и субкомпактным автомобилям. Так что да, почему бы и нет, если вы хотите попробовать, что такое настоящий маленький Mercedes-Benz, который дарит вам положительную бурю эмоций каждый день, как внутри, так и снаружи. Он все равно заряжает вас какой-то энергией, потому что, когда смотришь на этот автомобиль, какие-то рождаются ассоциации именно с радостью.
Поэтому очень даже рекомендую. Но опять-таки приобретать этот автомобиль после тщательной диагностики. В каком плане? Что все узлы и агрегаты нужно диагностировать, начиная там от рулевой рейки, заканчивая какими-то элементами подвески, рычаги, соответственно, бортовую электронику, там все, то есть от стартера до генератора, потому что недешевые запчасти в большинстве случаев, это оригинал идет, поэтому нужно быть начеку, потому что некоторые автомобили проявляют уже какие-то свои недостатки после покупки, то есть вы приобрели был автомобиль, есть скрытые дефекты, которые вылезут через неделю, через месяц, а то и через 3 месяца, через полгода. То есть, опять-таки, вас разочаруют. Ну, из эргономических просчетов я не могу здесь что-то отметить. Единственный момент, то, что для рослых пассажиров можно даже опустить сиденье, мне сейчас, да, но вот для коленей как-то не очень удобно, вот этот блок управления стеклоподъемниками и зеркалами не очень удобно расположен. Вот. В целом это, наверное, придирки. Очень даже неплохой автомобиль. Но если бы была, я опять-таки говорю, цена чуть поменьше. И вот, кстати, здесь у нас, я тоже вам забыл показать, сброс поездки А и поездки Б, если я не ошибаюсь. В целом неплохой автомобиль. За свои деньги для настоящих ценителей Mercedes-Benz это находка определенно. Извиняюсь по поводу гудка, он работает. Как-то через раз, в общем. Интересно. В общем, он работает. Здесь у нас еще вход AUX в бардачке есть. Здесь, чтобы соединить там MP3 плеер, iPod, iPhone, телефон. В общем, очень удобная вещь. Но опять-таки цена, качество, соотношение, я думаю, стоит еще подумать над этим. В принципе, как вот такой входной билет в Mercedes-Benz, как в свое время была у BMW, это единичка. Очень даже неплохо. Или Audi A1, да? Это премиум бренда Audi. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Наверное, не будем глушить двигатель. Пускай кондиционер работает, иначе просто нужно здесь как в бане находиться. Так, ну и под свой рост я подстрою сиденье. Наверное, вот так бы я сел, если бы я сел сам за собой, да? Приблизительно. Ну и традиционно посадка и высадка в этот Mercedes-Benz не вызывает никаких трудностей. Вот здесь установлен детский замок, фиксатор два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Вещевой отсек. Здесь у нас электростеклоподъемник. Честно скажу, не в очень удобном месте он расположен. Почему-то в Mercedes-Benz решили так. Алюминиевые накладки на пороговые здесь также. И второй ряд сидений. Он складывается в спинке. Здесь такой незамысловатый механизм. В соотношении 60-40. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Такой фиксатор. И регулируемые подголовники. Также есть система ISOFIX. Что можно сказать про второй ряд сидений? Он достаточно удобный. Сейчас вот я сел сам за собой. Сколько еще места в ногах остается? На удивление очень много. Над головой еще, наверное, вот столько осталось места. Здесь у нас вешалка для коленей, для более рослых пассажиров. Все очень продумано. Вещевой отсек. И вот здесь у нас розетка на 12 вольт. Небольшой центральный панель. К сожалению, здесь не предусмотрено центрального подлокотника. Обзорность назад просто идеальная. Здесь у нас также задние датчики парковки. Это тоже все традиционно для Mercedes-Benz.
Интерьер очень строгий, выдержанный. Нет ничего лишнего, все самое необходимое. А, кстати, в качестве опции можно было дооснастить этот автомобиль под завязку различными электронными системами. Это, я так думаю, наверное, средняя комплектация была. Насколько я помню, шел даже панорамный люк, то есть панорамная крыша с люком была. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Ну и, в принципе, втроем будет достаточно просторно на галерке. Крышка багажника высоко поднимается. Шторка, чтобы закрыть вещи. Багажник действительно небольшой, подсветка. Здесь у нас огнетушитель, домкрат и аптечка. Вот здесь крепление для такелажной сетки. И вот здесь у нас находится запаска, полноразмерный штампованный диск и домкрат и инструменты. Все очень аккуратно. Подсветка и две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Лючок бензобака, рекомендации по давлению в шинах. Со стороны пассажира нет регулировки по высоте, также вещевой отсек, спинка, здесь у нас подушки безопасности, спинка и, соответственно, продольные регулировки. Вещевая сетка еще здесь установлена, предупреждение. Бардачок. К сожалению, его нельзя закрыть на ключ. Посредством кондиционера он охлаждаемый, довольно глубокий, очень вместительный, с подсветкой. Я считаю, что это отличный немецкий автомобиль от премиум бренда Mercedes-Benz. Да, возможно, он не такой хорошо оснащенный, как C-шка, там, я не знаю, как E-шка, да, как S-класс, но все равно как входной билет в Mercedes-Benz, в мир Mercedes-Benz, очень даже неплохо.
крайней мере, не сомневаешься, что это настоящий Mercedes-Benz. Ну и, соответственно, отсюда все вытекающие обстоятельства. Это обслуживание этого автомобиля, запчасти, ремонт вообще. Так что стоит, наверное, дважды подумать. На этом обзор Mercedes-Benz A180 2010 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам компактный Mercedes А-класса. Это Mercedes А180 2010 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 580 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Автотрейд за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь комплект ключей. Давайте начнем. В этом автомобиле установлено 4 подушки безопасности, двухцветный тканевый салон. Кстати, здесь установлен неплохой уплотнитель. С каким звуком закрываются двери? Такой глухой хлопок. Трехспицевый мультируль, автоматическая коробка передач,
Этот автомобиль имеет пробег 101 825 километров. Замечательно. Довольно легкий руль. Гудок. Он, видимо, не работает. Рулевая колонка регулируется только по высоте и имеет механические регулировки, небольшие углы хода. Сейчас давайте включим фары. Здесь, кстати, парковочные огни, правый и левый. В зависимости от того, справа или слева вы стоите, включаете их. Это традиционная фишка Mercedes-Benz. Здесь установлен, соответственно, датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар. Как обычно, аварийная сигнализация. И теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Металлические ручки, электростеклоподъемники. Они полностью автоматические. Задние опускаются почти до конца. Центральный замок, активация. Электрорегулируемые зеркала, левое и правое. Они небольшие, с подогревом. Теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Блокировка задних стекол. Рычаг, чтобы открыть капот, находится вот здесь. Огромные фонари. Задние датчики парковки. Диски из легкого сплава 16 дюймов, размеры шин 195 на 55, шины Michelin. Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Здесь установлены галогеновые фары. К сожалению, нет линзованной оптики. Передние датчики парковки. Проушина для буксировки.
Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 8-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск топлива, в соответствии экологическим требованиям Евро 5. Расположение двигателя – переднее, поперечное. Самый доступный двигатель – объем 1.6, мощность 95 лошадиных сил, и самый мощный – 2 литра, 193 лошадиные силы. Здесь установлен двигатель объем 1.7, мощность 116 лошадиных сил, крутящий момент 156 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 190 км в час, динамик разгона от 0 до 100 км в час за 11.5, расход топлива в городском цикле – это 8.6 на 100 км пути и в загородном цикле 5.5. Объем топливного бака составляет 54 литра. Привод передний. Тип передней подвески – независимая, пружинная, Макферсон. Тип задней подвески – полунезависимая, пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза дисковые. Клиренс – 110 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1240 кг, полная масса – 1770 70 кг. Объем багажного отделения составляет 435 литров. Если сложить плиты задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1370 литров. Длина данного автомобиля составляет 3883 мм, ширина 1764 мм, высота 1593 мм и колесная база 2568 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Германии. Основные конкуренты этого автомобиля – это Audi A3 и BMW первой серии. Кстати, над Мерседесом А-класса в кузове W168 специалисты АМГ провели некий эксперимент практически с самым маленьким Мерседесом. Версия A38 AMG. Суммарная мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 360 ньютон-метров. От 0 до 100 такой автомобиль разгонялся за 5,7 и имел максимальную скорость 230 км в час. Элементы подвески и тормозные механизмы были, соответственно, позаимствованы у старшего брата Mercedes-Benz E55 AMG. То есть это был практически полноценный маленький AMG. Кстати, дизайн Mercedes-Benz A-класса в кузове W168 разрабатывал Стив Маттин. И, соответственно, второе поколение Mercedes-Benz A-класса в кузове W169, представленный автомобиль, выпускалось с 2004 года по 2012 год. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Тканевые вставки в панелях дверей. Динамики аудиосистемы, вещевой отсек. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Mercedes-Benz. Вещевой отсек. Механические регулировки водительского сиденья. Стандартная регулировка по высоте. Спинка. Продольные регулировки. Сидений достаточно удобный профиль, а также подушка длинная. Регулируемые подголовники, ремни безопасности. Вещевой отсек.
педальный узел. Традиционно для Mercedes-Benz рычаг открывания капота окрашен в красный цвет. Регулирование угла наклона фар при полной или частичной загрузке автомобиля. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. Эталонная выверенная эргономика Mercedes-Benz. Довольно неплохо звучит. Очень плавно набирает обороты. Здесь у нас управление круиз-контролем. Активация. Задаете, соответственно, скорость. Как видите, предел скорости до 160.